Барабаш Игорь Александрович, ферма по-теряевски. Угу, хорошо. И сканировать вот. Опять и также сбросить. Ну там они посмотрят, подредактируют как-нибудь. Ты спрашивай у него, чего они хотят. Я понял. Втух произнеси, чего они хотят. Он сейчас говорит. Его слова произнеси. Угу. Письмо. Ну хорошо, все, ну хорошо, хорошо, Гавриил, все, мы ждем тогда. Хорошо. Ладно, все. Понятно. Угу. Письмо прислали с патриархии. Значит, письмо, что поясни, чего, что он просит? Прислали письмо, типа приглашение. Нужно, чтобы если патриарх сюда может приехать. Потеряевку. Да, Потеряевку. То есть по официальному приглашению. Если они образец сюда к вам присылают, вы его редактируете, ставите печать, собираете подписи, или вашу только, или батюшкину нужно поставить. И отсканировать, и опять Гаврилу, и он им туда отошлет. Но это кто берется сделать? Гавриил. Вот сейчас он через сейчас пару сделать. Часов он пришел. Главное, патриархия затребовала, действительно ли Игнатий Тихонович приглашает? Да, 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 так и есть. Еще ж я, неужели... Не просто не со слов это, а, ну, бюрократы, ничего не сделаешь, это все не по бумаге. Да я говорю, как же не приглашать, то есть он здесь, может, последний раз, никогда слова, не... Слова, видите, нужна бумага, действительно, подтверждение. Ну, видишь, вот такое дело, позвонили. Ну, это, ты загляни еще у тебя, если будет время проехать, сможешь, нет теперь. Там трубу надо будет закладывать. Да ладно, я буду с этой стороны заезжать тогда. Ну, я старался до конца, Игорь, там сейчас обрыва нету, мы сгладили, я говорю, сгладь ему. Чтобы мог делайте как надо. Мне хватит метров, мне 10 метров от если надо хватит. Будет заезжать, надо трубу только заложить и завалить, потому что кювет сделали, кювет для воды. Ну все, пускай он мне не мешает. На кювете тебе не проехать, надо только трубу. Он мне не мешает. Ну ладно, спаси Христос. Вот такие Потеряевки дела. Сегодня у нас вторник, не ошибаюсь, 8 сентября. Вот, тут настоящая жизнь идет. Вот я... Пришел, Гавриил звонит, я дорогой разговариваю, приду, говорю к Игорю. Вот заглянул к нему, а вон тут, вот они, кормильцы. Подшипники посещают. Вот Игорь оборовывает тут на каждом шагу, кому не лень. С разных сторон едут. Комбайн, вот я говорю, если бы я разбогател, первое, что сделал бы на деньги, купил Игорю комбайн совершенный. А потом бы дороги проложили учителям. Зарплату раза в 4 увеличил бы. Узнал бы, кто нуждается. Вот это вот барабаша дом. Видите как. Если мы так в городе показать, ну что можно показать в городе? Ну вот это вот пятиэтажный дом, и квартиру не найдешь. А здесь вот у него прицеп, видите. Это что? Это готовил, пшеницу возит, он на поле сейчас выезжает. Это солому скручивает. Одна его машина бывает, на бегу. Бывает и не работает. Вот вторая. Рядом там что-то грузовая с какими-то банками. Другая там протравливает поля где-то есть. Вот я просто обойти вокруг, показать внешне, даже внешне, насколько в деревне жизнь богаче. Вот он здесь. Вот смотрите, поезжаем. Это у него на дому приклеено. Приезжают, проверяют, что-то здесь смотрят специалисты. Это району, куда звонить, видать. Ну, короче, тут звонить можно куда угодно. Вот, теперь бульдозеристу. Что была баня, договорились с Игорем. Вот это его тарелка тут огромная. А вот это вот телефон
стационар, но по эфиру, скорченный по району. Это вторая антенна, высокая. Вот. Ну а тут, ой, вспоминать вот что я ему хотел, чтобы голуби были. Все сделал, но у него не завелись голуби. Это его кошка, это вот его ходовая машина. Конечно, вернулся откуда-то сегодня в Барнауле. Молочный день, вторник. Жуто от молока, от сливок, сыр там что есть, курицы. А там Елена, жена его, вон что-то там дальше на огороде. Она не видит, у меня руки тут трясутся. Там матушка помогает ей. Помогает или мешается. Да не должно быть, чтобы мешалось. Вот. Добрый день, а это Ерема, Еремия. Видите как, он все при деле. Машину водит на тракторе. Сколько ты лет уже машину водишь? Года три. Со скольки лет? Ну, с 12, может. С 12 лет. Ну, в городе ты куда поставишь? Я просто показываю. Ну, звонят сейчас там с патриархии, но рассказать. Ты дальше-то с девчонками был. У вас как, экскурсия там была или как, пройти просто? Просто смотрели. Интересно? Да. Представь, сколько работы, люди работают, меняется облик прямо сразу леса. О, Рэм. У людей Рэм это какой-то противник, а тут просто собачка. Хорошая собачка Рэм. А, какой. Вот свои курочки бегают. Все-то все в огороде у них есть. Вот как Господь все устраивает. Отошел.